мнение. Оно все готово. На самом деле, вот сейчас только оно какие-то технические вопросы остались. Сказать, что нам что-то нужно сделать. Просто все, что нам нужно сделать, это необходимо сделать на основе анализа информации, которую нам банк не дает. Принципиально, причем не дает. И отрицает то, что он и приказом подчиняется в СФР. Вот, они считают, что это общие нормы, специальные нормы, это инструкция, и они нам вообще не обязаны это давать. А в этих, соответственно, отчетах вся информация для анализа. Поэтому нам вот сложно в плане... Какая информация на бирже? Да. Так, с биржами вы говорили? С МВБ мне пришел запрос, ответ на мой запрос. Когда его проанализировал, там куда-то написано, что-то они ссылаются на то, что им там что-то у них нет какой-то информации. Ну, короче, они не готовы на этом стоять. Хотя да, ну, у нас был вариант, что раз они не дают, мы, в принципе, с другого источника. Ну, вот тоже как-то. Не, ну на Мамбе, если бы могли, то дали. Там же не только биржевые сделки, они делали наверняка и не биржевые. Но я спрашивал, как биржевые запросы, по мне биржевым, а то не биржевые. Нет, просто с собой этого запроса нет, если что, я даже не выложу. Потом это запросы, что мне какой-то ответил, я ответил. Что ответил, я не знаю. Я до сих пор вот эту позицию придерживаюсь. Сейчас начни, вот кто раньше начал бегать, суетиться, однозначно, ты бы уже проиграл, там несколько было человек. Поэтому вот сейчас как раз я не вижу, что с течением времени наша позиция улучшается.